Для вас и для группы ДДТ это не первая благотворительная акция. В чем ее отличие от всех остальных, в которых вы принимали участие? Я, честно говоря, если говорить без пафоса, простыми словами, наш брат заболел очень тяжело. Мы приехали ему помочь. Это конкретный человек. Вот чем он отличается от других каких-то акций. Скажите, а вы знакомы лично с Чернецким? Конечно. А давно вы с ним познакомились? Достаточно давно. Мы с ним познакомились, года 3 тому назад, потому что я знал уже его музыку. Он знал мою музыку, нашу. А это в нашей среде главное.